Телеканал КРТ представляє. Олексій, одразу питання, що це було? В Верховній Раді дівчата, ну і деякі хлопці вийшли з... Депутати і депутатки. Депутатки, так, да, давайте депутатки, фемінітів треба використовувати, так. Да. Ну я маю право на помилку, як і вони, навіть на дві, може на три. Що це було? Ну, идея была в том, чтобы оправдать некоторых учителей, которые во время, вот у нас сейчас есть онлайн-школа, и вот, последние несколько недель мы даже в нашей программе 3К поднимали этот вопрос. Некоторые, а там было еще поднимать. Да, да, некоторые из учителей как бы случайно, или, не знаю, или по недосмотру, или переволновались, допускали ошибки. Ну, там, например, говорили, что в Антарктиде живут белые медведи, к примеру. Да? Или вместо, например, Ливонского ордена назвали Ливанский орден. Да, Иван Грозный, да. Да. Ну, то есть... Шалена людина была. Да, и я так понимаю, что депутаты, это были депутаты в основном из образовательного комитета, они решили поддержать учителей вот этой акции. То есть сказать, что вот мы имеем право на ошибку. Хотя мы видим, что уже сейчас это получило такое огромное количество мемов, да, там вплоть до, например, я понимаю, что вот сейчас у нас будут дни, связанные с Чернобылем, и там пожары, и, например, вплоть до того, что там вот человек, который за пультом Чернобыля, тоже нажимает на кнопочку, написано «имею право на ошибку». Да, ну, я думаю, на 3К мы это еще обсудим намного детальнее. Відверто кажучи, я просто думаю, что это как-то связано с Давидом Арахамі. Ну, у него получилось такое интересное интервью, то есть он, когда заходил до Верховной Рады, то до него подошел журналист Анатолий Шаря и запитав, ну, деякі питання. И Давид Арахамія сказав приблизно наступне, що він розуміє, що ми приблизно неконституційні, ну, не дотримуємося Конституції, коли приймаємо рішення стосовно ринку землі, але це всі розуміють, що ми там потім щось отримаємо гроші, потім ми там назад якось це повернемо. Я просто думав, може це з ним пов'язано, що він, ну, має право... Що він, звичайно, сказав, що закон взагалі-то не конституційний. Да, да, это взагалі, ну, нормально, да? Но нам нужно его принять, потому что Международный валютный фонд говорит о том, что нам нужно его принять, да? Но это, конечно, парадоксально, потому что до этого... Ну, это ж людина сама каже, вона... Конечно. Не те, что он мог бы там сказать, ну, я просто, розумієте, у меня інша освіта, там... Просто до этого то, что он не конституционный, ну, например, было логично слушать, там, Юрий Бойко, например, говорил, да, и не говорили, потому за него не голосовать, но услышать от лидера фракции, которая призывает голосовать за этот закон, что он не конституционный, но нам нужно его проголосовать, это, конечно, хотя действительно интересно. Но я думаю, что имею право на ошибку, это на самом деле можно еще шире отнести. А вспомните, как, вот, например, да, вот мы понимаем, что уже начинается подготовка к местным выборам. Например, господин Тищенко, да, который также на депутат «Слуги народа», который претендует... Я думаю, как закусенец, да. Да, который претендует на, возможно, да, на участие в киевских выборах, как он также слово «киевский» написал, там была пропущена одна буква. «Киевский». Да, и он имеет право, да, ну то есть можно представить, как он бы, да, отвечал бы там, я не знаю, по поводу как развития, ну, скажем так, городского хозяйства, развития города. Это помните, как это выступал Вакарчук, мы помним, да, вот, и был у него эфир, когда у него спросили про цену на газ, и он там... Да, это да, с Юлией Тимошенко, на... стоявший да, да, біля Юлии да. Тимошенко, краще про газ взагалі не да, говорить. Ну, имеет право на ошибку. Правильно мы можем сказать? Ну, а в целом, мне на самом деле кажется, что это была не совсем удачная избранная фраза. А лучше бы они избрали какую-то фразу из серии, если бы они хотели поддержать учителей, из серии, что исправим ошибку там, по зарплатам, да? Или да, сделали ошибку, исправим ее, да? Там, учиться – это исправлять ошибки, ну и так далее. А ошибки име... наши все, да. Можно так. А имею право на ошибку – это как бы, ну, из серии, что, ну да, совершили ошибку. Чему же это будет таке, ну... мы маем право на помилку, а вы – нет. Не, вот просто, треба дописати, просто, можна, просто, в политическом цикле... показати, кто тут біла людина. Тарас, в следующем политическом цикле можно написать на больших плакатах «Имею право на ошибку». Избирайте меня. А, це лозунг, і це ви... шикарно. Да, просто. Это шикарный лозунг. То есть, я маю право на помилку, обереш мене, будеш мати право і ти. Да, возможно. Нет, і ти теж маєш право на ошибку, в смысле, когда ти вибираєш мене. Ну, то есть, это вот такое двойное, как бы я тебе прощаю ошибку, и ты мне прощай ошибку. Это прощальная неделя, да, да, так да, получается, але каждый день. Вот, ну, стосовно Давида Арахамі, я от хотів би його захистити, ну, не захистити, а дати йому таку пораду. В принципі, якщо йому, його почнуть звинувачувати, що він такі дурниці каже, то він давав інтерв'ю в масці, то він може сказати, ви дивіться, по губам читайте, це все, ну, неправда. Це не я. Наклали, да, 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 це, ну, от як з'являється зараз на всіх, на багатьох каналах людина, яка...
голосом Зеленського розмовляє, да. Там, дивіться наш канал. Да. Или смерти... да, вот смертельний вірус Китаю. Все буде добре. Ну, от і він також може себе захищати. Тобто для наших слуг народу це дуже класно, що вони мають можливість прикривати свої рти. Ну, це, кстати, да, це хороший тепер буде, можна придумати спосіб для того, щоб в случае чого сказати. А взагалі, це не мої ж губи говорили. Это я не там, мои что... губы да. Тебе сказали. Я там что-то говорил другое, а просто, видите, наложили. Попробуйте определить. Да? То есть шикарно, маска, шикарно. Маска ж все закрывает. Як багато цікавих можливостей надає карантин. Тем более, что сейчас же есть действительно различные способы вот, по поводу модуляции голоса, да, технические примочки, которые эти вещи позволяют. И более того, на самом деле, я видел, что уже даже есть не просто модуляция голоса, а даже модуляции, если бы даже не было маски, модуляции губ. Да, то есть, ну, потому я думаю, в будущем мы на самом деле еще столкнемся с той ситуацией, что будут появляться такие как бы видео, которые, и ты не поймешь, это сделанное видео, технология deepfake, или нет, да. Ну да. И в итоге мы все будем, получается, всегда можно будет сказать, а это, как, это раз, как ты сказал, технология deepfake. А може, це не діпфейк, да? Тобто, пойди да, розбери. Дуже десь сумує зараз пан Ляшко, бо не, ну, відео, яке було зроблено в 95-му році, воно не підпадає під цю технологію, він не пока, може сказати, да. Що... Это діпфейк. Що це діпфейк. Це... Не, ну, це другой... діп, но, але не фейк. Да. Але другой, діп. З другої сторони, як я говорив, був такий, є слабой жижик, мислитель, що ну, от ми дійсно знаходимося в пустині реального. То есть, да, потому что все больше и больше вот этих таких вот нюансов возникает, что уже очень сложно разобрать, а где реальное, а где нереальное. И, кстати, у Жижика была интересная модель, он считал, что он на примере одной из фильмов это показывал, что вот как в очках вот раз. Ты стоишь в очках, он показывал, что очки это такая вещь, которая позволяет снять, увидеть, какая реальность без идеологии, да, а, ну, точнее, очки это есть идеология, а когда ты их снимаешь, то ты можешь увидеть, какая вот реальность. Ну, для того, щоб не побачити, яка тут реальність, давайте окуляри знімати, ми не будемо.